Всем привет, это Виджиланд. Мы продолжаем играть в игру Терминатор. Resistance. Ох, у нас из оружия есть только... А, на пистолет тоже патроны есть. Пистолет. Ну, пистолет и УЗИ у них, походу, одинаковые патроны. Но главное, на автомат хотя бы есть... В округе везде кишат бесчувственные, смертоносные машины-убийцы. А чё за значок 23? То есть я что-то не сделал. Госпиталь типа надо посетить. Are you there? Тут есть... Ты здесь? Да, нашел что-нибудь? Нет. Буду еще искать. Игра снова сохранена. Тут ничего нет. Пойдем туда. Ну, а пару роботов у меня пока патрон хватит. Я имею в виду вот этих средних, на ножках бегающих, не пауков. Ё-моё. Так, он один. Нет, их два. Ну как? Я вот в него так стреляю, вспоминаю эту сцену из Терминатора 3, где актриса из автомата стреляла на военной базе по летающему. Прям чувствую себя на ее месте. Баллон. Взрывной. Ой, здрасте. Ага, он меня не увидел. Смотри, у него сенсоры слабые. Так, ну с этим-то я бы не хотел сражаться, но... Как мне его обойти? Заткнись, тут робот. Resistance? Блин. Заткнись, мать твою. Пошел время. Бляха, меня убили! Пух, убежал. Убежал. Но он меня услышал. Он стену ломать не умеет, надеюсь. Блин, надо было, когда он поближе был. А был бы у близкого бочки, его бы убило сразу. Фу. Патроны. Так, нам 150 метров. А тут что у нас такое? Это завод был. Но я не думаю, что тут роботы есть, потому что лесенком они не бегают. Ты не можешь, короче, сюда. Иди отсюда, такие. Понятно. Воркшоп. О. А, там мы были, наверное. А, точно, робот тут ходил, точно, были мы. Там еще собачку взяли в прошлой серии. Нечего тут бегать. Блин, я думал, патроны. Это же коробка из-под патронов. Но она не открывается. Отстой. Постой, это же отстой. Обнаружил нас. Хлоп.
А он даже стрелять не умеет. Может, он летающих созывает? Хрен его знает. В фильме-то таких не было. А, нет, еще один. Но на радость этого можно просто обойти. Так. Блин, я не хочу гранат тратить. А я могу прикладом ударить? Ага. Щет. Ладно, я понял. Ясно, пойдем. Как варвары вошли. Чего там скрипит? С какой-то Т-800 выскочит, и все, я буду в конвульсиях биться. А это куда идет? Что это? Какой-то путь. Пик какой-то. А, нет, сюда. А, это куда-то дальше. А, это выход отсюда? Блин. Ой, блин. Рано. Потом выйдем. Я еще ничего не осмотрел. Self-division has definitely been here. О, обычно легкие открываются. Какие-то задачи они тут зачеркивали. What do we have here? Каждый пытался выжить. Каждого это одну патронку могу сделать. Да уж. Ой, я могу гранаты сделать. Давай сделаем. А, нет, это не гранат. А я, у меня ведь, если я даже не сломал, мне все равно теряются, что ли. Отмычки-то. Интересно мне бы узнать, конечно. Я, конечно, мог бы войти. О, это понятно, я не прочитаю. Чуть они спали, чуть они ели. An attack order signed by Commander Baron, and it's only from a couple of days ago. Короче, недавно кого-то атаковали, типа что? They must have moved on to that hospital. All right, I've got everything. What's the status on that factory? Что там со статусом? Colin? Hey, Colin. Can you hear me? Colin. Он не отзывается. Вот это странно. Прокачка. Отлично. Мы в тайничок попали, короче, местный. И это очень хорошо. Камнями кто-то кидается. А почему он не отзывается-то, мне интересно. В принципе, все, тут больше ничего нет. А он током бьет. Испугался. Это было неожиданно, что он тут появился.
О боже. Ползут сюда засранцы, а? Вам тут надо? Медом намазано скайнетовским. Что ли? Лезют и лезют. Угу. Закроем за собой. Так. А, нам теперь походу надо туда, откуда мы сейчас пришли. Там еще где был закрыт, типа вам сюда рано. Теперь нам туда надо. Он бегать бесконечно может, что ли? Он еще услышит нас. Вау, отражение там, все дела. Круто. Unreal Engine. Мать его. Указал, что кто-то ходит. Но, к счастью, показалось. Только. Там я уже был. Да и тут был. Ну, пошли. Да. Мне нравится, что игра такая атмосферная. Где Колин? Не знаю. Colin, where are you? Can you hear me? Ты слышишь меня? Ты где? Тише, блин. Какого-то парня увидели, что ли, странного? Дерьмо. Он идет к нему. Ого. Колин, поговори со мной. Колин. За что? Это терминатор в оболочке, что ли, или что? Вау. Проклятие. А он тут был, что ли? А, это и вот, вот сейчас он здесь был. О, блин, то есть... Страшно. То есть он где-то здесь. Блин, хамух, я же дернулся от одной... Мина оружия. Бля, хамух, ты кто? Это терминатор? Хера. Да, это терминатор. Как? А ты как узнал, что он тут стоял? Фига ты точно. Are you all right, Jacob? Ты в порядке. Спасибо, что утвердил. Джейкоб! А, я не отключаюсь, стараюсь не отключаться. Да, это было круто. Я, блин, я думал, сейчас поединок с ним будет. То есть у них уже были... Роботы в оболочке?
Hours later, they found me lying in front of our hideout. I made it out alive. Часами позже что? Я выживал. And the stranger I saw is nowhere to be found. Странный чувак. I said that it wasn't safe for them to be with me. But Jennifer suggested that right now nowhere is safe, so we might as well stick together. Everyone pulled through as we prepared for the worst. But nothing happened. Ни разу не палится, у них там свет прямо из подвала фигачит. Jacob? О, привет, пацан. Are you awake? Да, я уже проснулся. Not that long. I know that you're going to that hospital today, so I went on my first scavenging run. And I found something for you. Thank you. You're welcome. Did you go with your sister? No. As soon as Erin heard that there's a hospital nearby, she asked Jennifer to go look for some medicine. So I went alone. Don't tell her that, okay? She's already at the medical district? Yep. Oh, and Ryan wanted to talk to you. Кто-то нас искал и хотел поболтать с нами. Может, тот чувак? Про терминатор спас. Удивление, тут чисто. О, у нас два очка. Прокачка. О, здесь автомат мы взяли, что ли? А, точно, да. And thanks to Judgment Day, I didn't even have to pay off Привет. My student loan. Morning. Доброе. Patrick came to me earlier, asking if I thought you'd like his present. When I saw that it was a single bullet, I wasn't sure if he was being helpful or if it was a warning. I figured he didn't appreciate you looking at his sister like that. How's Mark going? How's Mark doing? Not great. Not doing We great. Barely had any medicine left. Чего Марк делает вообще? Jennifer will bring back some antibiotics from that hospital. How do you feel about Colin? А, про смерть. How do you feel about Colin's death? What do you want me to tell после смерти Колина? That I feel guilty? That I care? Right now I'm мне. More concerned with the living than the dead. Делать? Я уже заранее за нее говорю. Do you think you could help more people by joining the resistance? Думаешь, помощь людям? Honey, maybe ask me that question when you finally find them. Honey, это типа милочка? I don't think they even exist. Do you need help with anything? Тебе нужна помощь какая-нибудь? Да не, я в порядке. I have to learn to do things by myself. Ну, рад. Чего, доктор? How did you become a doctor? Like anyone else before the war. I studied. Not that it matters, but I'm not... Judgment Day got in the way. I was spared when a bunch of us got killed. Machines. Would be worth... What happens if people get my hat to be actually... Ладно, живи, Лив. Hey, you're off again? Какая боевая женщина. Смотри, я позже, что... Окей. Это типа общий склад, что... Дробовик. А, у меня типа вот... Больше не умещается. Чё, у них два? Аж три вообще-то. Я отсюда покупать могу, это магазин. Могли бы дать просто. Продаю. А где мои деньги? А, вон сверху что? А нет, это экспо. А, вот у меня 1675 у нас. Ясно. Тут аптечек у меня 15 штук. Я им вообще не пользуюсь. Вот дробовик можно было бы, конечно, взять. У нас 13 патронов, не так уж и много. А что такое? Давай дробовика продадим, наверное.
патрона. Как много. А, нет, 20. Так, так, так. Ладно. Идите. А, мы собачку ему дали. Джейкоб. Спасибо. Да не за что. Говно вопрос. Ладно, не дрейфь. Джейкоб. You wanted to talk to me? Хотел поболтать со мной. Рад тебя видеть, чувак. The corner. Starting to get worried about Jennifer. It's been a while since she left, and at my age, I try to worry as little as possible. Мне напоминает чувака этого со шляпой из Fallout 4, своими этими минитменами. How's that bus coming along? I'll make a run again. The question is, болтают. Do you remember Judgment? История какая-то. I do. That's right. I'm that old. My memory ain't as good as it used to be. However, there are some images that stand out in my mind. My brother Tucker. My brother Tucker, хрена. You have a brother. Твой брат? I did. Да, старый хрен. As we're watching. Фестиваль какой-то. Couldn't you look away? Well, there's no escape. My blood finally gave to my thinking. Old. Смотри, он нас больше уважает, типа. Надеюсь, уважает, а не любит. Так, типа, нам туда. Вообще, нам в госпиталь надо идти. Ночью? Я бы не хотел ночью в госпиталь идти. Но выбора у нас, походу, нет. Опа. Ну, хоть какие-то патроны есть. А где автомат? Я чуть не обосрался. Чего? Куда пошла ты? Bad enough with those creepy noises. Да, страшно. Every once in a while, there's this unbearable scream coming from that hospital. We need to see what's going on. Let's move. Ты со мной пойдешь, что ли? Ну ладно, хоть не скучно будет. Только аккуратнее, я надеюсь, тебя защищать не надо будет. Picking locks is kind of my thing. Вот это виды. Voila. Вуаля, типа. Типа, готово. О, ужас какой. You resistance guys just shoot at everything that moves, don't you? Silverfish are sensitive to noise. So, before it pops up from the ground and starts chasing, you throw a sound decoy. It'll draw any nearby silverfish away. I guess you can take it. You won't be needing it anyway. Did you hear that? That's the sound I was talking about. Я это слышал. I don't think you should go any further. Я думаю, нам вообще идти надо. I have to go. That could be the resistance. I understand. Я чувствую, ступит. Тупой вопрос. Some antibiotics for Mark. I know I'm not making it easy on you. But if you're in there and you find some sheep, I'll see what I can do. And remember that your gun won't do you any good against Terminators. So when you see one, do what I do. Да уж понятно, что мой пестик против Терминатора. Отстой. Давай там. Ага, типа отвлекать. Ясно. И мы можем убирать либо гранаты, либо... Ага. Это ж гранаты лучше.
You. I left you a hacking device. It's in the basement. Это тот чувак, наверное, который нас спас. It will help you get inside that hospital. Right now, you need to start answering some questions. There will be a time for that, but right now, you need to help the people inside. As for Colin, there was nothing I could have done. It was either him or you, and it couldn't have been you. Hello? Музыка меня украшает. Так, а нам куда идти-то? Угу. Блин, нам через эти мины какие-то идти. Что это такое-то? Мина. Понятно. Блин, я думал, обойти можно. Нет, нельзя. Как мне с ним? Мне их пристрелить или как? Обойти можно, может. Бляха. Ой, что это? Что это? Скоробей какой-то. Вроде несложно убиваются. Вот так не пройти. Не заюзать аптечку. Да блин. И что, а как мне ее использовать? О, оружие еще больше урон наносит. Давай. Больше урона от гранат. Давай. Крафтинг. Мысли. Я не знаю. Бэкпак. Это может расширение рюкзака? Да, это расширение рюкзака. Круто. А, наш. Я первый раз вообще, блин, за игру лечусь, походу. Разруха прям как в фильме, круто. Показывали. Ну прям точь-точь, конечно. Бутылки какие-то тут. Ради тряпки, что ли? А.
Вроде тихо и никого. Кое-что секунду. Блин, кто нажал? Хакнули девайс какой-то. This is it. Это... Патроны нам всегда пригодятся. Там кто-то ходит. Ай, блин. Я не ожидал. Я дернулся, блин, испугался. Ой. О, блин. Из носа, блин, выскакивает. Откуда? Его тут не было. Как он прорвался? А эта штука, по-моему, больше бронированная. Она толще. Да, это толще намного, чем был, походу. Все орёт, не так страшно. Блин, дернулся капец. Дернулся капец. Выскочил из-под носа. Прям вообще неожиданно было. О боже. Так легче, они когда горят, они используют патроны. Прыгай. Бляха, муха. Блин, вот что делает неточность. Обидно. Блин, подпрыгивать не надо было, тогда бы я бы хотя бы живой остался. А, е... А, ну ладно ж отсюда. Так, ладно ж отсюда. Ага, ну теперь-то я буду... знать. Тут три. Ты куда перезаряд? Куда со мной побежали? О боже. Куда я зашел? Сложный замок. Ой, здесь я не был. Я уже все через окно взял. Ой, это что такое? Больше тут ничего не... А, нет. Хороший тайничок. Блин, а? Какие проблемы с этими крутящимися штуками.
через этого. Если он сюда придет. Даже паучка захватили с собой. Вот с этим проблема. Я куда пошел? Такой страшный. Из труп. Мертвый какой-то, я бы сказал даже. Давай, еще кто? Ну? Блин, опять на последний. Рань какая. Вон не полностью лечит. Обидно, на последнем промахнулся. С точностью у нас беда. Ого, турель. Какая-то турель. Плазма-турель. Я, походу, не попал. Вообще чуть-чуть. Вот хрень-то. Если... Она хорошо дамажится. Только она, походу, на меня навелась, да? Прям на меня смотрит. Красный плазма. Не смотри на меня. Ты машина, отвернись. Глупая машина, отвернись. Открыто изнутри. Ну там мужик. Wonder if I could control those turrets with the hacking device. А, сюда я просто так не зайду. Нужен хакинг девайс. А, поискать здесь. Я не думаю, что тут хакинг-девайс лежит. Прям вот лежит готовенький такой. Очень легкий. Антибиотики. Так, то есть я взял то, что... О, боевой стимулятор. Место аптечки типа менять можно. Ну, эту турель надо было обязательно завалить.
Что? Чего? Еще и не на русском. А? Ясно. Блин, это не так просто, как кажется. О боже. Машина, ненавижу вас. Ох, вас тут сколько. Патрон-то у меня есть. Экономить что? Турель тупая. А это кто шагает? Кто? А, вон он там вдалеке. Три нога. Эча. Машина. Пистолетик мой любимый, что ты творишь, оба? Орёт. Сейчас это окажется, терминатор орёт, меня подзывает специально. Все. Что? Что вы нажмите? Я знаю. Скайнет тут расставил эти штуки. Уровень. А эхо блутало, они перестали искрить, смотри-ка. Ну это же мужик этот орет так громко, что издалека его да, никак не найду еще. О-о-о. Ну и что, я тут в стелсе буду что ли ходить? На меня патрон-то нет больше. Круто. Есть. Сейчас прокачка дойдет до того, чтобы под конец стать терминатором. Поставить поинт. Блин, ты меня светишь. А он не затухает. Джон Коннор смог, и я смогу. Блин, тебе прям в глаза светит, они что, знают человеческие повадки, психологии все пишут. Специально так сделали. Там как будто какая-то неактивная турель. Вдруг включится резко, и все, меня расстреляет. Машины тоже иногда умные, не прям... Хоть посмотреть на него что? О, пулемет. Спиральная машина, блин, для убийства. Ни на голову никакой терминатор не прыгнет. Ого. Трупы. Трупы с трубками. Они тут делали. Тут какой-то творится. Может, здесь они... Нет, хотя нет. Дорогая Мария. И вы тут всякие...
страшно. Боже. Ранение игры. Дальше мы не пройдем, походу. А, вон, пройдем. О, бляха-муха. Т-800. У меня долбанный автомат. Вот этой встречи-то я ждал. He's from the resistance. The others have to be here too. Ой, погоди. Это что, это жидкий металл? То есть человек? Ну то есть это актер вот этот, с которого потом жидкого металла сделали? Да ладно. Не ускрыли. Во, прикольно, отсылки такие все делали. Реально тут актер. Да, то есть они из него потом жидкого металла сделают. Ну, похож, если, может, я ошибаюсь, но это очень похоже. Так, у меня одна граната. Не знаю, что такое. Пайп-граната. Нет, стимуляторы мне нахрен не нужны. А в меню такая спокойная музыка. Если что, в дырку бегу. Здесь из людей всякую хрень делал, короче, как я понял. Хранение игры. И он тут не один. Он еще идет сюда. Что будет? Ему вообще посрать. Ему вообще посрать. Я же сказал, ему вообще посрать. Если и стрелять отсюда не могу. А где он? А вот он. Я в него пострелял. Плазма R95. Блин, мне бы такую пушку. Я бы с ним справился. Да. Приехали, Вася. Зачем мне вообще сюда? Уходим отсюда. Вообще посрать, абсолютно посрать. Вообще ему насрать. Что? Не смотри сюда. Ему вообще насрать. Да. Можно еще... Они все сюда пришли. Вот моя смерть.
Ну ты-то чё пришёл? Ладно, этот. Я могу вот это попробовать ещё. Так. Ну-ка, граната чё? О, граната, гранат он лёг. 22%! И граната. Чё надо? Ой, граната сцепляет. Это радует. То есть их можно убить. Вот автоавтомат им вообще посрать. Он говорит, клал я болт на твой автомат. Вот видал мой болт? Вот я его кладу на твой автомат, он говорит. Насрать, я прям в голову чипом устреляю. Эй, не двигайся сюда. То есть у этого 22% от одной гранаты, 54%. У этого плазма, а у этого неизвестное оружие причем. А он без руки, я ему снес руку. Кира. Прощай, детка. Есть! Один готов. Один готов. Фу. Я убил терминатора. Т-800 убит. Плазма. Сейчас фееричнуть начну. Я в Т-800 Робота. Одного робота убил, радуюсь. Блин, гранаты, я вас люблю и обожаю. Так, идем сюда. И вау. Ты добери, ты не стесняйся. Да что ты бесишь меня? Что? Твое оружие? Что? Я не умею с ним обращаться. Что? А что надо? А что надо? Вы что, издеваетесь? Твое оружие скилл туло, то есть низкий скилл оружия. А как повысить? Вот мои навычки. Давай повысим, родной. А ну-ка, что? Permanently disarm enemy laser traps. Про лазерные ловушки, но это не про оружие. А, вот это мне нужно, чтобы... А уровень 12 нужен? О боже, мне сейчас плохо станет. Я только обрадовался. Ну ладно, у меня есть гранаты еще. Фу, еще 3 гранаты. Я думаю, мне не уходит. Блин, получил плазмоган, а пользоваться не умею. Что за отстой? Что за отстой? Отстой какой. Надо его сюда позвать. А ему пофигу, да? Иди сюда. Я там не знаю местности. Готово. Блин, я так рад. Он точно сдох? Вроде дохлый. Капец, вообще автомат. Я так и знал, что автомат просто вот как перышками вообще катает. Вообще, даже в висок вижу уязвимое место в виске. Пульнул туда. Как ветер дунул.
По идее, мне еще на одного Т-800 хватит гранат, но... Не все так просто. Это надо еще кинуть к нему гранату. Он через лазеры легко ходит. Чего? Кто мне сейчас заметит? Ладно, пошли, пойдем, пока его нет. А вдруг там еще один, и как я между двух? Закрыто, блин, ты издеваешься, что ли? Забери ты эту хрень. Окей. Меня убьют, пока тут читают. Пока там еще дуплит. О боже. И тут всего. Ёбаный твой дед. Понятно. От него отскочило. Чё ты сделал? У меня нет больше гранат. Прощай, чувак. Мы с тобой жили долго и счастливо. Да, тут некуда идти. О боже, все в кровище. Фух. Ай. Чуть сейчас. Привет, чуваки. Привет, мои родненькие. Private Jacob Rivers, Pacific Division. Pacific? What the hell happened up there? И чё, ещё тут будешь презираться? Тебе сейчас накол железный насадит, а он ещё... I'm the only one who survived, and I need to meet with Commander Baron. All right, I'll make sure you get to do that. But first, get us, follow that staircase. Нам ещё отсюда Understood. Убираться надо. And Rivers. Болтать. So in case we... Just south from me. Okay. Роботы ждать не будут. Чё надо сделать? Вот надо сделать. Рубильник, может, какой-нибудь? У меня гранаты нет. А Т-800 легко через эти лазеры ходит. Ну и чё, автомат? Мне теперь... Всё, у меня оружия против Т-800 вообще нет. О-о-о. Ещё какая-то арена. О-о-о. О-о-о. Всё, каюк мне. Не каюк. Сейчас придет, я как спущусь. Это на арену похоже какую-то. Так-то прям сложно, просто надо привыкнуть. Ой, здрасте. Т-800. У меня вообще оружия против них нет. Ё-моё, такая жопа. Не, у меня есть оружие, но этот идиот не умеет им пользоваться. Прям при нем взламываю, главное, он не в курсе. Ну и что? Что? Мне это не поможет, ваши эти штучки непонятные. А, ну я могу, типа... А это что такое? Что за дырочка там? Гранат бы дали, что ли? Блин, сразу в эту штучку.
куда ты? Куда ты пошел? Тебе тут надо. Уйди. Пристрелить бы тебя, но не могу. А что там за дырочка, интересно? Научились садиться. Ланше, они здесь не ползают. Вообще родил нафиг. Можно было бы турель переделать, типа, чтобы они на терминаторов реагировали. Было бы еще круче. Ты ничего не видел. Он умеет, робот сраный, пользоваться плазмой R95, а я нет. Пол опять гулять. В принципе, можно сюда пострелять, она рванет. Можно терминатор сюда позвать, и она рванет. Ну, позвать-ка. Погоди-ка. Можно попробовать, кстати. А я могу перепрограммировать? Могу. Ланше время останавливается здесь. Что я сделал? О, она в него стреляет. Да, она в него стреляет. Ты его убил? А ты мой красавчик. Блин, расцелую тебя сейчас. Молодец. Но тебе... У тебя сколько хп-то? Блин, он его расстрелял, а? Красавчик. Блин, меня это так радует. Но ты в меня же не будешь стрелять? Ты типа это... За людей, да? Да. Блин, фу, хорошо так. Ой, как хорошо. Как хорошо. Эти звуки еще. Там за луч был, или мне показалось. Ты орёшь. Фу. На всякий случай. Ну чё ты у тебя? Да не, я... Это было познавательно. Ты знаешь... Так, нам вообще надо куда-то сюда. Мы отбираем наши же машины. Терминал заключен. А турель-то будет не работать. А, нет, они работают. Они все равно работают. Ой, бляха. Туда все терминаторы пошли.
Он живой остался. Убей его. О, одного повалили. Красота. О, блин, молодцы, вы их свалили. Тут проход был, оказывается. Блин, чувак, ты молодец вообще. Только его хп нельзя посмотреть. Они тоже не такие уж прям сильные, ну, в смысле, по хп. Ну-ка, с того терминатора надо собрать. Но гранат у меня больше нету. Собрать-то я могу, но у меня тут нету станка. Блин, вот эта атмосфера, как в фильмах, не хватало. И ты ее восполняешь здесь, Миш. Реально. Ага, что тут рвануло, что-то. I'm on my way out. Good job. I can see the soldiers leaving. But don't think it's done. Skynet sending reinforcements. Так, ага. Подвал. О, они сейчас разбегутся, эти роботы. Вау. С этой штукой тоже будет сложно справиться. T-800 patrol coming your way. Get some cover. T-800. Нихера! Охренеть! Я как мышка застыл. О. Охренеть их там. Один. А, нет, блин, а теперь. О-о-о. Сюда идет. Блин, их там до хера. Ну что тебе надо, а? Ну что тебе тут надо? Иди за этими. Нет, он будет патрулировать, походу. Опа. Все сбежали сюда, блин. Тут некуда прятаться. Надо только проскочить. Ой, бля, хомуха. Ухо. Только не сюда. Вот этот еще есть штука, вот этот, который я могу смотреть. А, они вот на этой прилетели, они все десантировались отсюда. Говорит. Ага. 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 Вообще не волнуюсь. Прекрасная жизнь.
цветочки, птички поют. Котики бегают по зеленой мягкой траве. А, конечно. Что, мне с терминаторами тусить тут, что ли? Да, спасибо. Лучше слабительно. Да. Идеал. О, точно в 800 нет, я уже... Мне уже заморочки свои появляются. Ты бы знала, что oh, там было. God, you're finally here. How did it go? Did you find the soldiers? I did. I helped them escape from that hospital. Я больше туда не пойду. People, I like that. Тебе это нравится? Иди сходи, может еще понравится. Great. That means that you're going home? No more scavengers constantly nagging you to do things for them. I bet you like the sound of that. Oh, Erin's still up too. Go talk to her. She won't admit it. А, чистая больно. She was just as worried as I was. Do you need help with anything? Is that your best pickup line? Sorry, that was a bad joke. Плохая шутка. Очень вообще не до шуток. I think I got it from my dad. Better that than his mustache, right? Oh, I'm sorry. Don't mind me. Seems you were very close. As close as could be. He taught me everything I know. Sometimes without me even knowing. This one time, when I was little, he wanted to make a huge sign that said, Welcome, on the side of our house in Pasadena. So he said, I bet you can't spell that. And of course I had to prove him wrong. Believe me, now I know how stupid that was. Not at all. Yeah. After judgment, we were like a fam. Guess my father wanted... Seems like he hoped he did. Anyway, this really... Was he a sportsman? I don't think so. Look at me yapping. Уважение получили. Аптечки не генерируются. О. А тут... О. Да. Гранаты мне нужны. Надо прокачать. Где это? Выживание. Нет. Нет. Нокпэк. Взлом. Крафтинг надо повысить. Потому что мне нужны эти гранаты срочно. С Т-800 как-то надо бороться. Вот да, я могу гранаты делать. Только они помогают. Эти штучки из... мне не нужны даже. Куплю гранат. А, три... по тридцаточке всего стоит. Ой, я аптечки покупаю, оказывается. Ну ладно, пригодится. Я думал, типа, байт подтвердить под конец покупку. No need to worry. I'm fine. Не волнуйся, в порядке. Да я и не волновалась, так. I've been... I'm glad to hear that. I just hope I asked him if you think that. Какой поболтать любите. О, поспать. Работам. А мне нужен 12 уровень, чтобы я мог пулять из плазмогана. Блин, это так долго еще. Ладно, спать. 5 дней спустя. Надеюсь, да, мой сладенький. Ладно, что ж, давай здесь пока закончим. Блин, игра, да, вот с этими терминаторами эпизод. Я ждал
Я ждал встречи с терминаторами. Но они появились, Т-800. Но они появились целой пачкой. Кучей прям. Ох, это было что-то. Ладно, увидимся в следующей серии. Блин, я еще микрофон немножко не настроил. Наверное, где-то у меня был... Громко было. Вот так надо было, чтобы громко не было. Ну ладно, в следующей серии будет лучше. Надеюсь, вам понравились мои старания и мои испуги. Они были настоящие. Ладно, пока.